Нефть подорожала вчера на 70 центов, показав первый значимый прирост в этом году, но сейчас снова провалилась ниже отметки в 30 долларов за баррель. Поэтому у наших индексов ММВБ и РТС в эти минуты минусовая температура. Чувствуют слабость и рубль, доллар уже 77,03, а евро выше 84 рублей впервые с 17 декабря 2014 года.